28, Андрей Лобайков и Дмитрий Буданов. ЗУК АМА-6 79 года. Польского производства, тоже такой достаточно уникальный экземпляр на сегодняшнем ралли. Фактически, но такого формата автомобили часто называли в Советском Союзе, да и до сих пор называют батонами. Но я думаю, что это к этому звуку не относится совершенно. Уникальный действительно еще один представитель. И опять же, слово уникальный звучит не случайно. Примерно 100 экземпляров, наверное, даже меньше, во всем мире произведено таких автомобилей. Но в таком хорошем состоянии, возможно, один из немногих экземпляров, которые вы можете сегодня увидеть. Thank you.